Приветствую вас. Проблематика заключается в следующем. В том, как мы понимаем лень или то, что мы называем ленью. Вообще, лень — это когда не хочется что-то делать. Да? Это вот то, что знакомо каждому из нас, нежелание делать то, что в принципе надо. Вопрос только лишь в природе конфликта. Вопрос в том, что конфликт этот всегда существует, он всегда наличествует, он нужен, но вопрос в том, для чего он нужен и какие у нас представления об лени и об этом конфликте. Ну, давайте начнем, наверное, с представлений. Нам внушают на чисто бытовом уровне, что лень — это плохо. Если мы берем историю СНГ, то лень — это то, что, в общем-то, идеологически опергалось Советским Союзом. И многие люди, являясь бывшими гражданами Советского Союза, считают лень, вообще-то говоря, чуть ли не грехом. Ну, даже в церкви ленность считается грехом, по-моему. Вот. И многие люди, которые живут сейчас, они живут либо по представлениям о том, что лень — это плохо, они очень понимают, что это значит, либо как бы, ну, бессознательно следуя вот этой вот установке родительской, что лениться нельзя. Как я уже сказал, лень — это нежелание что-то делать. Как я уже сказал, это нежелание делать то, что вроде как надо. И как я уже сказал, у этого конфликта, как и у всего в человеке, у всего в природе, есть своя функция. А именно, функция оценки значимости того, что я делаю, и индикации того, чего я хочу. Безусловно, сознательный, взрослый, личностно зрелый человек будет делать то, что ему не хочется. Это ни в коем случае не, как бы, вывод лени в такую антагонистическую точку зрения по отношению к предыдущей. Нет. Речь немножечко о другом. Речь о том, что лень, если человек ее чувствует, сигнализирует о расхождении желания и действия. И если человек испытывает лень постоянно, то это расхождение сильное. И также лень сигнализирует о том, что может быть ценность того, что мы делаем, падает и нуждается в обновлении, пересмотре, корректировании и так далее. То есть лень — это сигнал, лень — это индикатор. На самом деле, чтобы подтвердить свои слова на чисто бытовом уровне, любому человеку нужно провести такой немножко специфичный эксперимент. Естественно, ни в коем случае не доводя его до крайностей, потому что это может быть достаточно вредно для здоровья. Представим себе, что вы лежите, например, на диване, и вам хочется есть, но сходить за едой, которая лежит, например, на кухне, вам лень. Вам лень взять телефон, который лежит на столе, и в итоге вы просто лежите. Вот, постарайтесь подумать, а если есть желание, то и поместите себя в эту реальную ситуацию. В какой момент вам, что называется, станет не лень,
встать за телефоном, но все еще будет лень идти на кухню. Ну, например, за телефоном, чтобы заказать еду, допустим. Но все еще лень на кухню идти на кухню и что-то готовить. В какой момент вам станет не лень пойти на кухню и что-то приготовить, а может быть не готовить и просто что-то съесть? Вот это, вот этот переход, когда то, что человек хочет, усиливается, и как бы это становится ценно, и лень отходит на задний план. Вот этот переход, то ради чего лень существует. Чтобы человек понял, когда нужно действительно делать. Чтобы человек понял, что вот сейчас все, пришла пора. Да, бывают исключения, безусловно, нам очень не хочется, нам откровенно лень делать какие-то вещи, нам странно даже это делать, и при условии, что нам это ценно, что это соответствует нашим ценностям, что оно по нашим ощущениям того стоит. Часто лень маскирует нежелание, потому что боятся признать, что чего-то можно не хотеть. Мне лень было купить сегодня себе новую пару носков, говорит человек, подразумевая, что он не хотел покупать себе эти носки, например. Ну, может быть, по причине того, что не нашел подходящих, может быть, не хотел тратить деньги, может быть, что-то еще, неважно. Люди очень часто маскируют под лень то, чего они не хотят. Но я скажу больше, что лень – это и есть нежелание. Вопрос только в том, чем это нежелание продиктовано. Продиктовано это нежелание, ну, скажем так, более сильным другим желанием. Продиктовано это нежелание обесцениванием, иногда искусственным, деструктивным, невротичным, а иногда и вполне себе естественным, нормальным, искренним и чувственным. Продиктована ли это лень, точнее это нежелание, продиктовано ли оно какой-то болезнью, каким-то, может быть, форс-мажорным обстоятельством или так далее. То есть то, что вы говорите, то, что вы спрашиваете, перебороть, это значит подавить, забить, уничтожить, пересилить, вытеснить. Но это сейчас вас, не приняв эту часть, какой бы она ни казалась неприятной, странной, неудобной, а вы не сможете быть полностью, что называется, собой, а вы не сможете быть сами собой. И это, на мой взгляд, на мой такой скромный достаточно взгляд, очень серьезная проблематика, потому что человек, который не может быть собой, человек, который не является собой, он достаточно несчастен. Такой человек. И в целом такому человеку весьма тяжело живется. То есть я, я не завидую такому человеку. Понимаете? Галстук. Ну, здесь дело не в том даже, завидую я или не завидую, я это на самом деле это не важно. Важно другое, что
гармонию, вот, ну, гармоничность человеческого, она завязана на полноценном, полном принятии себя, своих, как, ну, своих каких-то особенностей. Вот. И если этого не происходит, то человек начинается разного рода проблемы, разного рода ну, сложности, отклонения и так далее. Понимаете? Вот. То есть я боюсь, что ваш запрос, он несколько деструктивно звучит, он несколько деструктивно выглядит, он несколько некорректен. Вот. Я бы сказал, ну, вот так. А другой вопрос, что вы хотели бы с этим делать? А можно вас научить взаимодействовать с собой, да, можно вас научить значит, взаимодействовать, собственно, с своими своими частями, личностями, вот, чтобы вам это не мешало, например. Можно научить вас другим, вещам, другим способом, приемом. Например, обратить свои там сильные стороны себе во благо. Да, можно там, грубо говоря, там, например, замотивировать себя, да, можно. Вот. То есть, ну, в принципе, достаточно много есть нюансов, да, достаточно много есть разных, я бы сказал, тонкости здесь. Вот. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы этим заниматься всем. Вот. Потому что вот удивительно, что свой вопрос, да, вы просто не поместили в поисковик, вам, вам бы выдало очень много результатов. Но вы, если предпочитаете задать такой, ну, более индивидуальный
вопрос, да, например, то, наверное, имеет какой-то смысл больше информации о себе дать. Возможно. Хотя я здесь, безусловно, могу быть не прав. Вот. Ну, так или иначе, это моя точка зрения, да, я ее не навязываю вам. Вот, я просто высказываю свое профессиональное мнение, основанное на тех знаниях, что у меня, допустим, есть. Вот, и основываюсь на опыте, который у меня тоже, к счастью или, к сожалению, уж не знаю, присутствует. Вот, ну, я надеюсь все же, что к счастью, потому что я надеюсь, что это на пользу идет. Вот, то, что, образно говоря, я делаю. Ну, например. Например, то, что я делаю. Образно. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что вам это было как минимум не бесполезно. Я надеюсь, что вам это было как минимум интересно. Я надеюсь, что какой-то вывод вы все-таки сделаете, исходя из ну вот той информации, например, да, которую вам, допустим, я дал. Ну, я или там, может быть, еще там, коллеги дадут вам тоже определенную информацию. Вот. То есть не только я, безусловно. А вот то, что хотел вам сказать. Удачи вам! Не подавляйте свои чувства. Пожалуйста, в этом ничего хорошего нет, и быть, в принципе, не может для вас. Вот. Никто от этого еще никакого удовольствия не получал. Ну, вот, никто от этого еще не выигрывал. Поэтому постарайтесь не подавлять свои чувства, не подавлять свои эмоции. Вот. Постарайтесь наоборот рассмотреть возможность для себя лучше их раскрыть, лучше раскрывать, точнее, их. Вот, и постарайтесь рассмотреть для себя возможность, ну, может быть, обратиться все-таки за психотерапией с целью разобраться в том, а чего же все-таки я, например, хочу. Вот. Чего же мне все-таки нужно, да, и в чем я все-таки нуждаюсь. Может быть,
найдя это, ну, найдя вот то, что вы хотите, вот, вы будете испытывать вот эту самую лень, которая сейчас вам, ну, я так полагаю, что мешает. Ну, в принципе, я думаю, на этом точно можно уже закончить. Всего вам самого доброго.